Всем привет, дорогие друзья! Чтобы объяснить, что здесь происходит, я потрачу немного вашего времени. Собственно говоря, помните, как у нас раньше был Bluetooth, и мы прикольно перекидывали картинки, видео и все остальное с телефона на телефон? Сейчас есть такая штука, как Wi-Fi Hotspot, и есть такая штука, такая программа, как Ducto, по-моему, она называется. Да. Ну, вы можете видеть ее на своих экранах сейчас. Я не знаю, она почему-то убрана с Android Market или Play Market, как он там правильно называется. Перехожу на экран своего компьютера, снимаю все с рук. Я понимаю, что может быть не очень удобно и не очень интересно смотреть. Тем не менее, я хочу донести до вас эту данную полезную информацию. Таким образом, можно, в принципе, вот то, что я вам сейчас показываю, например, с планшетника на Windows, на телефон на Android перекидывать файлы, или с компьютера перекидывать файлы на телефон, или с телефона перекидывать файлы на компьютер. Собственно, у меня включена точка доступа Wi-Fi Hotspot на телефоне. На компьютере у меня обычный Wi-Fi, ну то есть не свисток, у меня там стоит в PCI-Express, но можно и свисток, без разницы. Больше, в принципе, ничего не нужно. Дальше мы с компьютера подключаемся к хотспоту самого телефона, и, естественно, у нас на самом компьютере и на самом телефоне установлена программа Ducto. Как мы сейчас с вами видим, данный телефон, он определяется этой программой. То есть он его видит. И давайте сейчас, насколько это у меня вообще получится, я попробую сейчас, собственно, сейчас попытаюсь таким образом перекинуть send some файл, да. И у меня подготовлено здесь 4К. Значит, ну пускай будет это клип. И как мы видим, собственно, не успел я заснять, слишком короткий файл. Собственно, он пишет, что он отправил. Еще раз давайте посмотрим. То есть у меня сейчас сеть подключена к мобильному телефону. Вот так. Я думаю, так будет хорошо видно. Но таким образом я себе на телефон скидываю музыку, а с телефона я скидываю фоточки на компьютер. Это работает и в обратную сторону. То есть, если вы, например, возьмете Baidu Wi-Fi Hotspot для компьютера и на компьютере запустите Hotspot, и после этого вы подключитесь с телефоном к самому компьютеру по Wi-Fi и скинете таким образом или будете передавать таким образом файлы, то это да, это тоже работает. Просто я что хотел сказать, что если у вас, например, есть планшет на Windows, да, и телефон на Android, вы можете моментально без всяких Bluetooth, просто через Hotspot подключить планшет на Windows к телефону на Android и просто буквально напрямую скидывать файлы. Все, что вам, в принципе, нужно, это программа Ducto 6. Я так понимаю, 6 это последняя версия, потому что ее что-то отовсюду поубирали. Видимо, слишком хорошо работает. Но на вирусы я, естественно, проверил, да и пользуюсь я ей не первый год. Вот такая вот история. История, ребята, можно все, что, как говорится, не запрещено. Не знаю, насколько там можно также под Linux, я не искал эту программу, но в принципе, то есть, скорее всего, с компьютера на компьютер можно таким же образом перекидывать, с телефона на компьютер, с компьютера на телефон, с планшета на телефон, с планшета на компьютер, с компьютера на планшет и так далее, тому подобное. В принципе, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Да, интерфейс там очень легкий, он на английском, но я думаю, разберется в принципе каждый. То есть, в принципе, вам только нужен либо текст, либо передача файлов. В принципе, на этом все. Ну, передача фолдера, это передача папки, скорее всего. И, в принципе, на этом все. Ну и у меня на этом все. Перекидываются, да, перекидывается музыка, фильмы, картинки. Все на скорости Wi-Fi, никаких Bluetooth. Просто нужна вот такая вот небольшая, маленькая, интересная программка. И да, я уже показывал, наверное, было не видно. Определяется все автоматически, но если даже не определяется другой компьютер или телефон или планшет автоматически, то есть набор IP-адресов, через которые можно послать на IP-адрес, соответственно, и скинуть именно на то устройство, которое якобы не определяется в сети, но оно там присутствует, потому что бывают роутеры, хабы и так далее и тому подобное. Теперь точно все. Спасибо за внимание. До свидания.